Роман, у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный в рот! Ой, Серёж, какой ты умница! Да, штаны суши, блин. Который уже не может жить с этим человеком. Ну, вот вопрос прям, знаете, с первого курса семейного права. Идти в суд, конечно, что еще поделать? А какие действия это... Что следует за этим? За этим следует назначение судебного заседания, где судья спрашивает, почему вы не хотите разводиться. Может, у нее есть на это причина. Опа!
На перекрестке Дзержинского-Кореновская маршрутный автобус не разминулся с легковушкой. Пассажиры 106-го маршрута отправились. Ищите желтые ценники во всех фирменных магазинах «Акон». Успейте купить гараж в новом многоуровневом гаражном комплексе «Автодом». На каждый этаж отдельный въезд. Потолки до 4. Жена на машине поедет? Нет, без машины. О, смотри, оторвал бампер. Прям при мне. Маршрутка, прикинь. Офигеть. Чё, на чай помоем, да? Да, штаны сушили. Э,
жить с этим человеком. Ну, вот вопрос прям, знаете, с первого курса семейного права. Идти в суд, конечно, что еще поделать? А какие действия это... Что следует за этим? За этим следует назначение судебного заседания, где судья спрашивает, почему вы не хотите разводиться. Может, у нее есть на это причина? Роман, у тебя нет номера? Смотри. Ёбаный в рот! Ой, Сереж, какой ты умница!玉章以前那个罗小三，哎呦呦呦，他吃了肉呀？对啊。На перекрестке Дзержинского-Кореновская маршрутный автобус не разминулся с легковушкой. Пассажиры 106-го маршрута отправились. Ищите желтые ценники во всех фирменных магазинах «Акон». Успейте купить гараж в новом многоуровневом гаражном комплексе «Автодом». На каждый этаж отдельный въезд. Потолки до 4.
понял, как фигня. Блин, сейчас является недвижимость, которая даже в ближайшие годы больше, чем на 10-15%.